Чем привлекает туристов село Винновка? Сочетание вот воды и гор натолкнуло на мысль, что местность похожа на греческий Афон. Когда здесь появился монастырский комплекс. Внутри остальное все новоделано. То есть мы не знаем, что здесь внутри было до реставрации. Какие черты новоафонского монастыря в нем присутствуют? На Афоне в Греции у каждого монаха своя статья. Какое отношение к селу имели братья Орловы? В 17 веке вдоль того ручья стояли винокурни. Смотрите 10 июля в 18:45 программу «Компас ГИС. Туризм без багажа» на телеканале «Самара ГИС».